Идет жуткое давление на людей сейчас, особенно в интернете. Вы же видите, что кругом фейки, ну, жуткие фейки, которые просто меня удивляют. Сегодня мне доложили, хотя это уже было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей, а в Швейцарии 840 или сколько миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо, кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. Вот напечатали, ну а люди, знаете, они же не понимают, что это такое. Вот такие фейки, они будут постоянно. И нам это надо иметь в виду и с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами бабичевскими, низыгарями этими из России. Это не наши. Это из России идет информация. Потом они извиняться снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это. Так вот по военнослужащим, даже говорят, удостоверение службы безопасности, кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. Люди, что простые, особенно молодежные, этого не понимают. И они смотрят, а вот даже в службе безопасности против президента. Вот такие фейки, мы с этими должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит. Но это к чему? Они требуют от нас честных и порядочных выборов и предвыборной борьбы. А как это называется? Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Но ясно, что там за ними кукловоды эти стоят. Они и там, и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут. И с России подкидывают. Но мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече. Но эта ситуация очень сложная. Очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии. Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, в наши внутренние дела. Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем.